Глава Одинцовского городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Рубеж обороны 1941 года» в селе Аксинино и почтил минутой молчания память защитников нашей страны, павших в годы Великой Отечественной, а также локальных войн. Вместе с главой цветы к обелиску возложили участник Парада Победы 1941 года Константин Федотов и заслуженный артист Российской Федерации, певец и композитор Денис Майданов.